Литовские инструкторы НАТО изнасиловали двух несовершеннолетних жительниц населенного пункта Теплое, который находится на территории Луганской области, временно подконтрольной Украине. Об этом, как сообщает информационное агентство «Новороссия», рассказал официальный представитель народной милиции ЛНР подполковник Андрей Морочко. Местные жители избили насильников, когда в полиции отказались принимать заявления от пострадавших. В местном отделении полиции, куда обратились потерпевшие, в приеме заявления отказали и настоятельно порекомендовали закрыть рот. Этот факт возмутил местных жителей. Данный факт ярко демонстрирует истинную суть иностранной помощи преступному киевскому режиму в наведении порядка на Донбассе через геноцид его местного населения.